Вот пылесос LG, ему около 10 лет, по факту проработал гораздо меньше, от силы год. Через год его начало трясти, подбрасывать, стал сильно гудеть и нагреваться. После чего было принято решение вытащить двигатель, посмотреть, в чем там дело. Был снят двигатель. Видимо, по всему рассыпался подшипник, потому что из него вылетели шарики. И все там болтается внутри. Пришлось заказать новый. Прислали новый двигатель. Естественно, это не оригинал, какой-то заменитель, даже вот не знаю, подойдет он или нет. Сейчас распакуем, посмотрим и прикинем его к пылесосу, что получится. Вот такая маркировка двигателя. Упаковано было. Больше ничего нет. Ну вот такой двигатель новый. Контакты у него вынесены с двух сторон наружу. У старого двигателя было совсем по-другому. Но продавец заверил, что этот двигатель должен подойти к моему пылесосу. Поэтому сейчас достанем пылесос и будем примерять. Разбираю пылесос, ничего сложного. Половинки держатся на четырех шурупах. Сейчас разберем. Вот так выглядит пылесос внутри. Много пыли. Вот то место, куда устанавливается двигатель. Ну, вот это его посадочное место. Сейчас будем пробовать. Вот эта резинка предназначена для того, чтобы двигатель удерживался в нижней части. Не знаю, подойдет, нет. Ну, типа как-то вставилось. Что-то меня терзают смутные сомнения. По-моему, не влезет. Или ставлю не так. Если ставить вот так, тогда влезет. Я думаю, что эта деталь — это термодатчик. Он меряет температуру двигателя и отключается пылесос по мере того, как двигатель перегреется. Кстати, двигатель пришел с повреждениями. Упаковка была целая, но, видимо, его таким сюда погнутым положили. Но поскольку внешняя оболочка двигателя помята, к
крыльчатка внутри вращается, ни за что не задевая. Но будем надеяться, что этот дефект не повлияет на работу мотора. Ну, в общем, внешне все на вид подошло. Это просто примерка. Ну, соединяем контакты. Вставляем, зафиксируем. Сейчас будем пробовать. Вот эта вот поролоновая штучка еще накручивается на внутреннюю часть двигателя. В смысле, одевается, она была порвана. Но делать нечего, сейчас так обкручу. Это было примерно вот так. Там здесь у нас фишка. Вот эту фишку нужно соединить вот с этим. Ну вот, собрал, скрутил, еле-еле. Сейчас попробуем запустить. Что будет, не знаю. Сейчас попробуем в сосущем режиме. Ну, все работает. В общем, по итогу удалось вставить двигатель. На вид вроде как подошел, но при сборке вот этих двух половинок возникли трудности, соединяя их болтами друг с другом. Но пришлось с усилием стянуть все руками и закрутить на силу, не знаю. Но по итогу все работает, пылесос выполняет свою функцию. Будем пользоваться.